Огромный монитор для работы с фото, видео и графикой. В этом видео поговорим о мониторе LG серии Ultra Wide с диагональю 34 дюйма. Комплект поставки помимо самого монитора включает блок питания и набор кабелей для подключения к внешним устройствам. Среди них провод с коннекторами HDMI, Thunderbolt, а также DisplayPort. Как можно понять по названию, перед нами ультраширокий монитор, а его диагональ составляет внушительные 34 дюйма при разрешении 3440 на 1440 пикселей. Мощная кольцевая подставка крепко удерживает монитор, но позволяет регулировать только высоту и наклон. При желании устройство можно снять и установить на кронштейн или повесить на стену. Правда, вешать монитор вплотную к стене будет не лучшим решением, потому что все порты расположены с тыльной стороны. Тут у нас два порта USB 3.0, два HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, а также выход для наушников. Матрица экрана выполнена по технологии Nano IPS, поддерживает 98% цветового пространства DCI P3 и соответствует стандарту веса дисплей HDR 400. Все это делает монитор оптимальным экраном для работы с фото, видео, графикой. Впрочем, не только для работы, но и для просмотра соответствующего контента. А вот для игр его оптимально не назвать. Частота обновления экрана только 60 Гц, а время отклика 5 миллисекунд. Для киберспортивных дисциплин этого точно не хватит, но для игр в разрешении 4К при 60 кадрах будет вполне достаточно, как при подключении консолей, так и при подключении ПК. Таким образом, перед нами добротный монитор для представителей творческих профессий, которым важен дизайн, качество экрана и наличие всех необходимых портов, как для работы, так и для развлечений.